sigurno Timošenko će staviti na dobar temelj. Kad je rupa ovdje ovako, znači da je gotovo. Znači da je ok. Plus nema grčeve, pero. To je to, dobro? Da. Loža, da, da. Da kako to ispadne na stage. Da, da. E sad je no, da. E viš kak je ispalo. Fantastika. Guzicu stisni, kad si put. Dobro, sad ovo staš malo i otiša do bolje, kad si malo stisniš. Dobro, bolje se. Ne grčeš se. Good luck, bro. Good luck. Good luck. On the stage as well, as now my subjective feeling. And we will see. And the ultimate goal for today, what is your personal goal that you want to reach today? I don't want to say. I just want to be as good as it's possible. So I really want some level. For a long time living in my competition. So, you know, 7 июня 2014 года. Я Александр Тимошенко, портал islabs.ru. Прага, любительская Олимпия, финалист соревнований в категории до 90 килограмм. Игорь Зерной. Игорь, я как бы за твоим путем слежу достаточно давно, но хотелось бы от тебя услышать для российских, вообще русскоязычных пользователей нашего портала коротко историю твоих выступлений. Коротко, начал я выступать с 88 года. А спортивная карьера и выступление начались с 95 года. Вот с тех пор, когда продолжаю выступать, не прекращаю. Были небольшие перерывы, так годик-два, но они были связаны с тем, как бы с семьей, создавался семьей. Все остальное время я в течение года два раза в год старался. Ну, понятно, что ты два раза в год, понятно, это я знаю, что ты представляешь Казахстан, а зрителям на самом деле многим придется объяснять. Ты же скажи так, живу, значит, в Алмате или... Да, живу в Алмате, тренируюсь самостоятельно. Последний, мой самый боевой титул, золотая, серебряная, бронзовая медаль, получена тогда-то. Ну, последний, как бы, значимый для меня титул, то есть это чемпионат России в Питере, то есть когда я стал золотым призером. Вот, и в каком году? Это было в 2010 году. Так. С тех пор, как бы, ушло уже 3 года, даже больше, я фактически был в тени, и когда услышал про этот турнир Олимпий, то есть очень сильно захотелось помочь. Решил выйти из тени. Да, решил подготовиться и выйти. Конечно, были свои особенные трудности, но я знаю, что ни с чем они связаны. Но я думаю. Трудности все преодолели, в финал ты попал. Ты понимаешь, что в финале все с нуля. Понимаю, поэтому. Поэтому нужно делать все для того, чтобы быть. Первым. Позирование, Игорь. Позирование. Буду бороться, Саш, до конца. Да. Нельзя, я столько прошел, чтобы как бы останавливаться. Поэтому буду. У тебя останавливаться не получится, я так понимаю, там Шри-Ланка еще дальше. Шри-Ланка, ты скажи, что у тебя чемпионат Азии еще. Да, потом через неделю у нас чемпионат Азии в Шри-Ланке, поэтому. Что важнее, чемпионат Азии в Шри-Ланке или любительская Олимпия? Ну, для меня любительская Олимпия, потому что это как бы мечта всей моей жизни, попасть на такой турнир, я считаю, он для меня. А ты понимаешь, что у вас категория 90 килограмм была самая тяжелая среди всех мужских категорий? Ну, понимаю. То есть по уровню подготовки участников самые подготовленные, самые представительные, самые фактурные фактически оказались вместе с тобой в одной линии. Понимаю. Ты из этой линии вырвался в топ-6. Сегодня все с нуля. Любое место может быть.
Ну, я понимаю, ты хочешь первое. Я скажу честно, что первое место, наверное, хочет. Саш, ты хочешь его первое место? Конечно, хочу. Более того, я думаю, что он достоин этого места. Как зовут? Как зовут? Наталья. Как зовут? Ну-ка, машем ручкой и говорим, папа, побеждай! Значит, надеюсь еще, что я тебя отловлю, если получится после того уже твоего выступления. Удачного тебе выступления, успехов в личной жизни. Любительская Олимпия в Праге. Сегодня, 7 июня 2014 года. Портал islabs.ru. Я Александр Тимошенко и... Здравствуйте, Калюк Александр Владимирович, генеральный секретарь Федерации бодибилдинга и пауэрлифтинга Республики Казахстан, город Тарас. Представляю, естественно, весь Казахстан. Ну, здесь мы всего лишь с одним спортсменом. Так как мы находимся по региональной сетке, мы находимся в Азии, а чемпионат европейский, соответственно, мы не могли принимать как в качестве Казахстана участие в данном мероприятии. Но благодаря нашим таким друзьям на фоне политических решений Назарбаева и Путина, наверное, мы приняли это решение еще раньше. Как бы дружественная нам федерация в лице Дубинина Владимира Ивановича, который любезно согласился взять нашего легионера в свои ряды. Мы в команде России сегодня представляем одного из своих спортсменов, ведущего спортсмена Казахстана. За 2 недели до этого мероприятия он выиграл абсолютное первенство в Республике Казахстан на чемпионате Казахстана. Но сейчас он вошел в шестерку. Мы говорим в финале о Озерном Игоре, который выступает здесь. Мастер спорта международного класса, бодибилдинг до 90 килограмм. Чемпион России 2010 года. Чемпион России 2010 года и, по-моему, уже 8-кратный абсолютный чемпион Казахстана. Ясно. Какая цель сегодняшней поездки именно твоя, лично твоя? Ну, моя цель, это лично моя цель, ну, соответственно, я приехал со спортсменом, но в данном случае, я уже говорил, мы находимся в Азии, и больше бы хотелось немножко получить европейского опыта все-таки. Азиатские критерии слегка отличаются, везде, конечно, это большая семья FBB, но критерии всегда немножко везде другие. И так как мы все-таки находимся в Азии, и наши основные старты государственные считаются чемпионат Азии, то здесь хотелось получить больше европейского опыта, европейского судейства, европейских критериев. Ну, расширить свой опыт. То есть ты как организатор соревнований, как человек, непосредственно принимающий участие в соревнованиях, пришел, так сказать, усовершенствовать свои профессиональные навыки. Я правильно понимаю? Да, конечно, я хочу вырасти профессионально. Как ты считаешь, уже прошло 1.5 дня, начиная с момента регистрации, сегодня уже идут финалы, чему-то ты, так сказать, научился, выучился, что-то посмотрел интересное, и можешь озвучить то, что ты посмотрел для всех? Нет, конечно, очень интересный организационный момент. Так мы организовывали чемпионат Азии в прошлом году. Организационные моменты несколько отличаются от азиатского видения вот этого самого спорта. Соответственно, доминантным здесь все-таки в Европе является больше эта пропорциональность, эта красота. Здесь доминируют больше европейские судьи, приветствуют это гораздо больше. В Азии все равно чаще такое происходит, что критерии склоняются больше к гигантизму. Больше гипертрофированности, от чего уходит сейчас в данный момент Европа. То есть ты видишь, что Европа – это все-таки меньше фриков, больше классиков, эстетика. Именно эстетики, золотая эра, правильно, да, так? Эстетика. Основное – это эстетика, пропорциональность, гармония, симметрия. Это то, к чему двигается соотношение человеческих форм. Ты в этом году был на чемпионате, на Кубке России в Краснодаре, Самсон. Да, целую команду привез. Тебе как вообще эти соревнования? Нет, мы на России я не первый раз на чемпионате России. Мне вообще в России очень нравится и само проведение. Количество участников, огромное количество участников, опыт. И когда на подиуме выходят сразу огромное количество титулованных спортсменов, это опыт большой, это конкуренция. Это просто красиво. Каждое соревнование для меня... Что тебе больше всего, уточняющий вопрос, наводящий, понравилось в Краснодаре за те 4 дня, которые мы там были все вместе? Какое мероприятие? Какое мероприятие? Да. В смысле, мы же на соревнованиях были. Основное на соревнованиях. Вот все говорят, что больше всего запомнился банкет. Самохин банкет. Просто превзошел самого себя. Но мы на банкете, я, конечно, извиняюсь, на банкете мы были не...
очень короткий промежуток времени, мы рано уехали. Наверное, все-таки не банкет. Для вас, да, не банкет? Да, для нас не банкет. Какие результаты на чемпионате России сборная Казахстана? На чемпионате России, ну, сборная у нас третье место и первое место. Первое место Якимов Евгений, он там в неоднозначной такой борьбе. Не, на самом деле в борьбе неоднозначной, но по фактуре тела и по внутреннему содержанию. Хороший парень, хороший, был факт, и приехал в очень хорошей форме. Как никогда. Да, он частенько выезжает на Россию практически каждый год, и такого результата он добился впервые. И вторая медаль? Да, вторая медаль – это Даурен Жансейтов. Ну, тоже я его, сколько на Россию не приезжаю, у нас Даурен все время там, так сказать, тучится, выступает и всегда завоевывает медали, по-моему. Ну, не всегда, ну, как бы в финал он пробивается, но медали не всегда завоевывают. Не дают, да? Не дают. Что заслужил, то дали. Сегодня последний финальный день соревнований. Значит, смысловая нагрузка Олимпии для тебя, в том числе, помимо того, что ты приехал обучаться, какая еще? Что ассоциативный ряд в голове? С чем у тебя все это дело связывается? Само название, сама аббревиатура? Олимпия, конечно, это бренд. Бренд просто одного слова «Олимпия» достаточно. Это магическое слово. Оно манит всех, кто каким-то боком причастен к индустрии бодибилдинга, к спорту бодибилдинга. Олимпия – это все, это вершина. Да, она любительская, да, это какая-то очередная ступенька. Это подставка для того, чтобы дальше прыгнуть. Ну, соответственно, прокарты тех людей, которых мы видим сейчас. Несколько из этих человек получат прокарты и будут участвовать уже как профессионал. То есть мы получаем какую-то определенную ступень, это еще один этап, это еще одна возможность. Поэтому это большое мероприятие, большое событие. Саша, большое тебе спасибо от меня лично, от Игоря Копчика, от тех, кто будет тебя смотреть. Я думаю, подчеркнут интересную информацию о тебе как о человеке, раз, и о той федерации, в которой ты успешно и давно работаешь. Еще раз говорю, спасибо, спасибо. Спасибо. Улыбнись. И покажи Виктории знак. Виктория, победа Озернова. Вот так. Спасибо большое. Игорь, приветствую. Скажи пару слов, как победитель для нашего портала. Какие ты чувства сейчас испытываешь? Знаешь, я первый раз испытываю такие чувства, от которых хочется радоваться и плакать, потому что таких побед, если честно, никогда у меня не было. Самое для меня значимое. Я сам по себе человек не эмоциональный. Не знаю, здесь. Дружище. Я с удовольствием. Прекрасная форма. Прекрасное выступление. Прекрасное. Готовься к абсолютке, дружище. Спасибо. Обнимаю. Есть у тебя болельщики в зале, ты их слышал. И по-русски. Нормальным образом ведущий тебя назвал первым. Спасибо. Поздравляю тебя, поздравляю. Жену, дочку. Давай, дружище, держись. Heavy Duty, кто дежурный? Ты дежурный. Спасибо за выступление. Фильм снят при поддержке компании Hard Labs. Спортивное питание Hard Labs – это качественные ингредиенты, отличный вкус и доступная цена. Hard Labs – это формула вашего прогресса.